Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Выполним упражнение номер 50 на странице 43. Рассмотрите рисунок. Вот мы видим этот рисунок, на котором нам изображено хорошо нам знакомое дерево, это береза. Давайте прочитаем то, что здесь написано. Лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями. Какой предмет вы увидели? Мы увидели дерево. Прочитайте его название – береза. Что обозначает слово «береза»? Прочитайте толкование значения этого слова. Давайте прочитаем толкование значения слова «береза». У нас в учебнике и записано. Давайте прочитаем то, что здесь записано. То, что обозначает слово, является его лексическим значением. Лексическое значение слова «береза», вот оно записано вот здесь вот, это лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями. Итак, значит, вот здесь мы видим название предмета, а то, что написано ниже, это толкование значения данного слова. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.